Людмила Лерой, коли в Полтаву приїдете? Ребята, все зависит от вас, то есть в первую очередь во всех городах, в которых мы были, в которых мы выступали, нас приглашали на разные корпоративы, вечеринки, то есть и всякие мероприятия. То есть если вы хотите видеть нас в своем городе, пожалуйста, обращайтесь к организаторам. Если вы организатор, пожалуйста, приглашайте. Почта указана во всех наших видео. То есть будем... Страница ВКонтакте есть, можно написать лично, номера есть, телефоны есть, номера главные. Да. Можно звонить, писать, так что. Вот. То есть, если рады нас видеть, пожалуйста, приглашайте, будем рады к вам приехать. Катя Логинова, как давно вы знакомы друг с другом? Если я вспомню, если моя память меня не подводит, то с Димой и Женей мы знакомы с рождения. Ну, а я потом потянулся, то есть, если быть серьезным, в общей сумме где-то лет 7-8 знакомы. Дмитрий Гладушин, почему не участвуете в батлах типа Сэмми Геймс? Было бы очень интересно посмотреть. Дмитрий, ну все просто. Просто потому, что у нас нет свободного времени. Так мы разъезжаем по городам, выступаем. У нас сейчас новые проекты, над которыми мы работаем, что указано выше в статусе группы. Даже дело... Да, мы бы с радостью ездили, ну, с вами участвовали, проводили время. То есть было бы очень круто, но сейчас на данный момент нет времени. Максим Молдаваненко, как долго вы шли к своему успеху? И как оно вам давалось, легко или сложно? И что можете посоветовать, чтобы научиться такому же? Макс, слово «успех» каждый воспринимает по-своему. И к своему успеху мы идем по сей день. И у каждого человека, который идет к успеху, есть свои сложности. По поводу советов, есть лишь один совет, и он один правильный. Вот. Лег спать. Проснулся, покушал, на тренировку. Лег спать, проснулся, на тренировку. На тренировку. И так каждый день. Лег спать, проснулся, снова тренировка. Данил Дунюшкин. Сколько вы занимаетесь триком и фрираном? Так, я начну. Данил, да. И, ну, не знаю, сколько, как начать, сколько мы занимаемся. Лет 7, 8, 9. Мы, честно, так не считали. И расскажем для всех, чтобы все знали. Ну, наверное, не все знают. Раньше у нас не было разделения трикинг, фриран. Паркур, мартин арт трикс, прыгание с парашюта, я не знаю, там, вот, все вместе стали, да. Для нас это было как бы просто паркур, для нас было это одно целое, вот паркур это означало для нас все. Паркур означал вот. Ямакаси. Потом в один момент у нас это разделилось, каждый пошел в свое русло, Дима трикинг, я труба, паркур, фриран, я Женя фриран, Артем. Фриран, паркур, все подряд, в общем, да, все подряд. И как-то, ну, вот, вот так вот. Дима Чабанов, как делать корк? А, Дима. Вот так. Катя Логинова, вы пойдете на минуту славы в России? Да, Кать, почему нет? Мы готовы участвовать в новых проектах. Нам это нравится. Нам это интересно. Да. Вот. Поэтому мы попробуем себя в новом проекте, как только... Появится время. Как только, так сразу. Если то ждите, мы будем, да. Данил Дунюшкин, когда командный видос? Ребят, можно не верить, возможно, не верите в это. Ну мы сейчас но занимаемся этим. Это случилось. Мы начали снимать видос. Спасибо Климу за это. Да. Сергей Клименко, Сергей Клименко Продакшн. Вот. Все заходим на группу, я там ссылочку снизу скину. Вот. Мы снова снимаем видео, оно будет реально крутое. Мы начали снова развиваться. Мы снова прыгаем в паркур. Ты вы представьте, мы паркур прыгаем. Короче, ребят, ждите нового видоса. Мы снимаем уже и мы работаем над этим. Так, тихо, подожди. Вот реально, это ж пиар. Пиар все, не выдавайте секреты. Ждите видео. Включай. Включай. Оля Красинская. Женя, а может в друзья добавишь? Может добавлю. Наталья Фомина. Как называется песня, где вы открываете дверь, а там клуб? Наташа, все очень просто. Во всех видео, которые мы выкладываем, музыка находится в описании. Будь более внимательна и смотри внимательно описание. Песня называется «Флорайда, I Cry». Дмитро Жеребецкий. Что вам больше нравится, трикинг или фриран? Любовь – это понятие растяжимое. Мы любим и фриран, и трикинг, и паркур, и мартиал трикс тоже. Все, что связано с сальтами, мы любим. Любовь. Ну, к примеру, у Димы расположенность к трикингу, у меня, Вова и Жени, расположенность к фрирану. Скорее, любовь к фрирану. И паркур к фрирану. Паркур к фрирану. Екатерина Адарцевич, как поменялась ваша жизнь после проекта? Ну, как сказать, изменилась полностью и кардинально. Мы объездили всю Украину, побывали в многих местах, во всех городах. Вот. И мы покорим скоро весь мир. Валюшка Максименко, как вы вместе собрались и решились пойти на шоу? Ну, вот так вот. Мы собрались и пошли на шоу. Пошли на шоу.
Сергей Лазаренко. Как научиться делать винт? Сергей, все просто. Ходи почаще на тренировки, побольше занимайся, и со временем у тебя получится. Я верю в тебя. Виктория Назаренко. Когда будут новые номера? Ребят, ну это мой номер, и думаю, в середине лета он уже будет готов. Постараемся вас удивить. Мы вас удивим. Ребят, всем спасибо за вопросы, и мы ждем новых вопросов.